Исторический путь Молдовы к обретению независимости был сложным и тернистым. Во все времена нам было важно жить на своей земле, говорить на родном языке, знать свою историю, хранить память о наших героях. Преодоление препятствий, борьба за свою родную землю и веру делали молдавский народ только сильнее. В разные эпохи это позволяло выстоять, сохранить Молдову и идти вперед по выбранному пути. . 1812 год. Время глобальных перемен и серьезных испытаний. Территория молдавского княжества по пруту была разделена на две части – восточную и западную. После завершения русско-турецкой войны 1806-1812 годов восточная часть молдавского княжества, турецкие раи с крепостями Хатин, Бендеры, Акерман, Измаил и Буджак были включены в состав Российской империи. Новая область была названа Бессарабией. Исторически такое имя носила южная часть молдавского княжества от дельты Днестра до крепости Килия. После 1813 года название Бессарабия было распространено на всю территорию между Днестром и Прутом. Она занимала стратегическое положение. Через Бессарабию проходил сухопутный путь на Балканы. Это был плацдарм для дальнейшего похода России на юго-восточную Европу. Население Бессарабии освободили на 3 года от налогов и на 60 с лишним лет от воинской повинности. В области продолжительный период действовали местные законы. Новая граница разорвала исторические, культурные и родственные связи. Многие семьи оказались на разных берегах. Была проблема, где оставаться боярам прежде всего. Они выбирали, некоторые продавали, некоторые решили в пользу Бессарабии сюда. Те, которые уезжали туда, на правый берег Прута, ну, своих крестьян туда переманивали, была охотка большая и веселение, особенно после того, как Наполеон захватил Москву, здесь началась паника, что опять придут татары и турки, и массами начали бежать туда. Но потом дело успокоилось, и когда в 1821 году в ту Молдову и Валахии вошли турки. Наоборот, сюда клынула масса крестьян, и какой-то семейный бояр, сюда переселили. Здесь жили многие видные деятели в свое время. Я изучал статистику переселения из Молдовы. И в основном переезжали оттуда сюда. Да, допустим, из той Молдовы переехало 5000 человек, а отсюда ушло там 700 человек по годам. Молдаване опасались, что Россия введет крепостное право. Власти попросили поддержки у самого авторитетного человека Бессарабии, митрополита Кишиневского и Хатинского Гавриила Бенулеску-Бодони. Он выпустил обращение и успокоил жителей. Молдаване останутся вольным народом. Гавриил Бенулеску-Бодони был известен своей стойкостью и борьбой за веру. При османах за отказ отречься от сана митрополита Молдовы и Валахии его арестовали в Константинополе и заключили в тюрьму на 4 месяца. О его освобождении ходатайствовала Российская империя. За служение делу и вере Гавриил Бенулеску-Бодони был награжден высшим российским орденом Андрея Первозванного и украшенным драгоценными камнями крестом. При нем в Бессарабии было построено 200 храмов, открыты духовная семинария и епархиальная типография. Издаваемые книги распространялись в Молдавском княжестве, Валахии, Трансильвании и на Афоне. Были напечатаны русско-молдавская грамматика и новая грамматика с кратким словарем. Митрополит Гавриил Бенулеску-Бодони стал истинным духовным отцом молдавского народа, его защитником и просветителем. В 1818 году Кишинев посетил российский император Александр I. Это было проявление уважения к новому краю и его жителям. В присутствии представителей бессарабского дворянства царь подписал «Устав об образовании Бессарабской области» на молдавском и русском языках.
Так как в Бессарабии не было крепостного права, сюда из Центральной России массово бежали крестьяне. Это был путь к свободе. Они выкупали документы умерших молдаван и начинали новую жизнь под чужим именем. Власти обратили на это внимание, когда, согласно статистике, за один год в Бендерах не умер ни один человек. Эта реальная история легла в основу пьесы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Бессарабия стала привлекательным краем для переселенцев. Колонистам было обещано по 60 десятин земли, освобождение на 10 лет от налогов и повинностей, на 50 лет от воинской повинности. К концу 19 века в Бессарабии проживало 2080 армян, 2737 греков, 11600 поляков, 50068 гагаузов, 60206 немцев, 103225 болгар. Многие бежали от османского ига, чтобы сохранить свою веру. Османская империя, видя, что уходят болгары, то есть уходит налогоплательщик. И поэтому нужно было как-то их остановить. Их останавливали силой. И некоторые болгары шли на ухищрение. Утром они останавливались и поворачивали свои телеги в сторону Константинополя. То есть не шли на Дунай, а назад. И когда их видели турецкие янычары, спрашивали: «Вы откуда и куда?» И они говорят: «Идем мы со стороны Ивана», то есть со стороны Российской империи, «и возвращаемся назад». А потом вечером опять поворачивали свои телеги в сторону Дуная и опять постепенно передвигались в Буджак. В этот период край действительно стал витриной благополучия для Балкан и всей Российской империи. Процесс вхождения Бессарабии в административную систему управления Российской империи растянулся на 60 лет. В 1873 году она стала рядовой губернией, а Кишинев – губернским городом. Вместе со статусом изменился его внешний облик. О прошлом напоминала нижняя часть города с узкими улочками, застроенными невысокими неказистыми домами. Верхняя часть стала образцом нового подхода к строительству. Типовые или образцовые проекты административных зданий разрабатывались в Царском селе и специальном строительном управлении в Санкт-Петербурге. В 1809 году, к примеру, фасады жилых домов, затем в 1821 году станционные дома застраивались согласно этим проектам. И вот они точно так же в альбомах присылались по губерниям, согласно которым строились потом дома. И архитектор не должен был отходить ни вправо, ни влево, а конкретно только согласно вот этому проекту строить. Более того, в то время для того, чтобы построить какое-то здание, необходимо было составленный проект отправить в Санкт-Петербург для того, чтобы его апробировали там. И не просто только этот проект, а еще и местоположение, то есть карту, где предполагалось построить этот объект. В 1833 году в Кишиневе была открыта мужская гимназия, первое среднее учебное заведение в Бессарабии. Первая женская гимназия появилась спустя 30 лет. Благодаря инициативе местных дворян в городах и селах губернии были открыты частные учебные заведения. Преподавание велось на русском языке. Большинство крестьянских детей им не владело, поэтому образование получало лишь 5-6% из них. На севере губернии известным меценатом был Николай Кассо. За любовь к наукам и искусству его называли «кишкыренским философом». В открытых им школах крестьянские дети обучались на родном языке. Он давал детям крестьян возможность учиться на родном языке по двум причинам. Первое, они были самыми обделенными в плане получения образования. Вторая, они очень хотели учиться на родном языке,
Тем, кто учился лучше всего, он давал возможность дальше поступить в гимназию, а самых лучших отправлял в Париж, Берлин, Вену. Например, Серджио Редеуцану, окончив Сорбонну, вернулся на родину, получил от Кассо 500 десятин земли и был назначен управляющим имением. Серджио Редеуцану – дед и полный тезка будущего создателя Кишиневского технического университета. Имение Кассо исчезло, как и многие другие усадьбы бессарабских дворян. О тех временах напоминает лишь холм, с которого кишкаренский просветитель ночью наблюдал за движением небесных светил, а днем следил за работой на полях. Кассо был белой вороной, действовал вопреки системе. Благодаря таким, как он, не угасала надежда. Язык и культура будут сохранены. К 70-м годам 19 века в Бессарабии, как и по всей России, были запрещены богослужения, дело судопроизводства и преподавание на родном языке. К концу 19 века во всей Бессарабии писать на молдавском умело всего 2224 жителя губернии. Западная часть молдавского княжества между Карпатами и Прутом оставалась под турецким влиянием. Буковина – под Габсбургами. В середине XIX века центральную и восточную Европу сотрясали революции. Шло формирование национальных государств. В 1859 году началось объединение Молдовы и Валахии. Был избран один господарь для двух княжеств – Александру Иоанн Куза. Противниками объединения были Георги Асаки, Костаки Негрудцы и Ион Крянга. Они уверяли, жители Валахии относятся к молдаванам свысока, а столица Молдовы, Яссы, станет провинциальным городом. 24 января 1862 года Национальное собрание Объединенных княжеств Молдовы и Валахии утвердило название «Румыния» для нового государства и объявило Бухарест его столицей. Это вызвало негодование в Молдове. Там уже сформировалось движение недовольных господством Валахии. 3 апреля 1866 года в Яссах начались уличные протесты. Во дворах метрополии и городской усадьбы Разновану собрались жители города, вооруженные дубинами и винтовками. Митрополит Калиник благословил протестующих, подписал антиуанистскую декларацию и возглавил шествие к административному дворцу. Дорогу заблокировали валашские военные. В результате столкновения 16 солдат погибли и более 30 были ранены. Среди восставших было более 100 убитых и раненых. Восстание было подавлено, лидеры арестованы и осуждены. Румыния объявила о своей независимости от Османской империи в 1877 году. Россия первой признала новое государство. В обмен русская армия смогла пройти через румынскую территорию. Военные направлялись на Балканы помогать православным, восставшим против османов. Их путь начался 12 апреля 1877 года со скакового поля в Кишиневе. Здесь император Александр II лично провел смотр войск. Перед строем русских воинов, молдавских волонтеров и болгарских ополченцев он зачитал манифест об объявлении России войны Османской империи. В память о том событии установлен 16-метровый гранитный обелиск и часовня болгарских ополченцев. В результате войны 1877-78 годов была восстановлена государственность Болгарии, Румынии отошла Северная Добруджа, а России – Южная Бессарабия с уездами Кагул, Измаил и Болград. К
концу XIX века уже плотно заселенная Бессарабия стала известна в России и мире как производитель и экспортер зерна, табака и вина. В Кишиневе запущены металлообрабатывающие заводы Сербово, Ланге и Макану. Мощный толчок для развития дало появление железной дороги, связавшей край с Дунайско-Черноморскими портами, Западной Европой и центральными областями России. Для строительства путей, железнодорожных мостов, туннелей из-за рубежа приглашались инженеры. Среди них был француз Гюстав Эйфель. В Бессарабии он построил в районе Унген мост через реку Прут. Через 12 лет всемирную славу ему принесла Эйфелева башня. В ней использованы те же приемы крепления металлических конструкций, что и на Унгенском железнодорожном мосту. Среди бессарабской знати считалось хорошим тоном владеть заводом по разведению племенного скота, винной фабрикой или ремесленными мастерскими. Семейству председателя Бессарабской губернской земской управы Ивана Васильевича Кристи, например, принадлежал Романежский винный завод. Кристи торговал бессарабскими винами по всей территории Российской империи, от Финляндии до Дальнего Востока. Свои достижения жители Бессарабии решили продемонстрировать на первой сельскохозяйственной и промышленной выставке. Иван Васильевич Кристи возглавил ее оргкомитет. Открытие состоялось 15 октября 1889 года. Экспозиция заняла целый квартал. Периметр нынешних улиц Сфатул-Цери, Щусева, Марии Чеботарь и Кагалничану. В ситуации диспуска оправе интрига губернии Бессарабия, а партичпат ла ачасти экспозиция, а визита... Можно сказать, что практически вся Бессарабская губерния участвовала или посетила эту выставку. В первую очередь было дано распоряжение, чтобы на экспозицию прибыло по два представителя изо всех сел Бессарабии. Они ознакомились с ней, а затем и у себя в населенных пунктах могли организовать подобные мероприятия. Тот факт, что выставку посетило 33 тысячи посетителей, говорит нам об успехе, который был у выставки. Выставка стала знаковым событием для губернии. Были подписаны новые международные договоры. Открылся Кишиневский музей сельского хозяйства. XX век станет самым кровавым в истории человечества. В первые десятилетия нового столетия Бессарабия сполна испытает последствия катастроф и катаклизмов. Активное участие в развитии края принимала многочисленная еврейская община. В Кишиневе евреи составляли практически половину жителей – 46%. Бессарабия входила в так называемую «черту оседлости». Антисемитские настроения, если не поощрялись, то и не осуждались властью. В Кишиневе их подстрекателем была газета «Бессарабец» во главе с Павлом Крушеваном. Моя семья жила вот по маминой линии, моя семья в Кишиневе жила, хочется сказать, всегда. Ну, то есть в 903 году моему прадеду было примерно 13 лет. У них был двор на две семьи. Два дома или две половинки дома. Вот моя еврейская семья, и во второй половине жила молдавская семья, христианская. Этот сосед открыл собственный погреб во дворе, загнал туда всю эту еврейскую семью и закрыл. И таким образом спас, и вся эта волна, в общем, прокатилась поверх, над их головами. И он их спас. Но вечером, когда он их открыл и выпустил, он был пьяный и весь в крови. То есть, вот, ну вот как это в одной голове помещается? Своих евреев я спасу, вот это мои жиды, а на соседней улице это чужие жиды, и их можно пойти громить?
Полиция вмешалась спустя сутки. Трагические итоги погрома. 49 убитых евреев, около 500 человек ранено, 2000 семей осталось без крова, пострадала треть городских построек. О кишиневском погроме узнали во всем мире. В Нью-Йорке прошли 100-тысячные митинги в поддержку пострадавших. Погромы стали причиной массовой эмиграции евреев из Российской империи. Дороги вели их в Северную и Южную Америку, Палестину и даже Африку. Многие из бывших бессарабских евреев стали знаменитостями, но уже в других отечествах. Глобальные перемены в жизнь империи принесла Первая мировая война. Из Бессарабии на фронт было призвано 300 тысяч человек. В губернии расположились склады с продовольствием, фуражом, боеприпасами. Лучшие административные и частные здания Кишинева передали под военные госпитали и на постой офицерам. Война затянулась. Революция 1917 года, отказ царя от престола, уничтожили государственную систему. Российские губернии начали провозглашать независимость. В Бессарабии революцию поддержали прежде всего крестьяне, то есть большинство жителей края. Штефан Чобану, Константин Стери, Алексей Матиевич стали лидерами движения за национальное возрождение и единство молдаван. Алексей Матиевич – священник, поэт, исследователь молдавской истории и культуры. Вдохновленный происходящими событиями, он написал стихотворение «Наш язык», ставшее гимном родному языку. На смену губернскому управлению пришли многочисленные советы, исполкомы, временный парламент Сфатул-Цери и правительство, совет генеральных директоров. Последние два стали административным ресурсом будущей республики. Одним из первых знаковых решений Сфатул-Цери стало провозглашение 2 декабря 1917 года Молдавской Демократической Республики в составе Российской Демократической Федеративной Республики. Оно было поддержано абсолютно всеми уездами, всеми политическими партиями. Сфатул-Цери признали как законную власть. Также создание правительства, национальной армии, милиции, таможни, национального банка. Формаря вами, бенчий националя Молдови. За тот период было принято около 100 законов. Важно, что была признана наша молдавская идентичность в названии страны и народа, молдавского языка. Была создана специальная комиссия, которая должна была заняться подготовкой будущей конституции Молдавской народной или демократической республики. В республике шел самовольный передел земли. Города охватили голодные бунты и погромы. Не было сил, способных навести порядок. В Сфатул-Цери разделились мнения, кому обратиться за помощью. Несколько депутатов по собственной инициативе отправились в Яссы к румынскому королю. Тот ответил согласием. 6 января 1918 года на Кишиневский железнодорожный вокзал прибыл эшелон с румынскими солдатами. Их встретили штыками отряды большевистских советов и части молдавской армии. Румыны были разоружены и взяты в плен. Началась широкомасштабная военная операция. К февралю 1918 года, после кровопролитных боев, территория Молдавской Демократической Республики была занята румынской армией.
За сопротивление были расстреляны 47 делегатов Третьего съезда Советов крестьянских депутатов и депутатов Сфатул-Церий. В Петрограде отреагировали на интервенцию высылкой из страны посла Румынии Константина Диаманди и разрывом дипломатических отношений. В Бессарабии события развивались стремительно. В ночь с 23 на 24 января 1918 года Сфатул-Церий экстренно принял декларацию о независимости Молдавской Демократической Республики. 27 марта 1918 года жандармы и подразделения пулеметчиков оцепили парламентский квартал. Над городом кружили два военных румынских аэроплана. В этом здании проходило экстренное заседание Сфатул-Церий. К 2 часам дня съехались депутаты и члены правительства Молдавской Демократической Республики, румынские генералы, премьер Румынии Александру Маргеламан. Он лично отвечал за исход голосования и вел предварительные переговоры с депутатами. Вопреки регламенту, за акт об объединении Молдавской Демократической Республики с Румынией голосовали не тайно, а открыто. Этот документ не был признан на международном уровне. В таких условиях республика прекратила свое существование. Предварительно депутатами Сфатул-Церий и румынской стороной были оговорены условия сохранения автономии края и органов власти. Всего через 8 месяцев парламент подпишет новый документ об отказе от автономии края. В ночь с 25 на 26 ноября при отсутствии кворума Сфатул-Церий всего 36 голосами депутатов принял декларацию о безусловном присоединении к Румынии. Начался период, вошедший в историю Молдовы под названием «Межвоенный». У сута диань. Уамени петрекунд живяца интрун медиум, культурал лингвистик. 100 лет люди провели в одной культурной и языковой среде. И вдруг попадают в другую. С другими требованиями, обычаями, законами, правилами обращения, общения. Это был настоящий социальный шок. Жители Бессарабии, которые тяжело адаптировались к новым условиям в период с 1918 по 1940 год, часто подвергались наказаниям, в том числе телесным. Это было унижение личности, человека, который веками жил на этой земле. Капитальные вложения в регион сократились в 6 раз. За пруд было переправлено оборудование нескольких железнодорожных депо и фабрик. Местное население было недовольно самоуправством новой власти. По данным румынского министерства внутренних дел, в Бессарабии с 1918 по 1924 год произошло 153 восстания. Самые крупные в Хатине, Бендерах и Татарбунарах. Все они были подавлены. Только за первые 10 лет румынскими властями было расстреляно 30 тысяч жителей Бессарабии. По инициативе известных молдаван Григория Ивановича Котовского и Михаила Васильевича Фрунзе в составе Украины была создана Молдавская автономная советская социалистическая республика. Ее население в 1926 году составляло 570 тысяч человек. Большинство жителей – 48,5% украинцы. Далее по численности следовали молдаване – 30,1%. В состав руководства республики этнические молдаване не входили. Было сделано это тоже примерно с такой же, задней мысли, что ли. Как и Каподистрия, Иоанн Каподистрия создавал здесь в Бессарабии автономию. То есть молдаване, которые живут на левом берегу, они все почти что имеют родственников на правом берегу. Когда они увидят, как живут наши вот молдаване левобережные, они, естественно, захотят жить так же. Они будут стремиться возвратиться в Советский Союз. И мы им поможем. Они поднимут революцию. Эта революция из Кишинева, из Бессарабии перекинется на Бухарест. Ну, а когда Англия уже встанет, все, тут же мировая революция. На правом берегу Днестра советская власть была установлена в июне 1940 года.
В состав Советского Союза вошли Бессарабия и Северная Буковина. 28 июня 1940 года Красная Армия перешла Днестр. Дорога от Бендер до Кишинева у военных заняла 10 часов вместо обычных двух. Местные жители встречали красноармейцев с цветами, хлебом, солью. Румынская армия экстренно отходила на правый берег Прута, бросая по пути технику и боеприпасы. 3 июля на центральной площади Кишинева прошел парад войск Красной армии и демонстрация трудящихся. 2 августа 1940 года было провозглашено образование Молдавской Советской Социалистической Республики без искона молдавских земель, Северной Буковины, уездов Хатин, Акерман и Измаил на юге, которые отошли Украине. Приход новой власти вызвал очередное переселение. За 5 месяцев Молдавию покинуло 200 тысяч человек. Из-за Прута вернулось домой на левый берег 221 тысяча. В июне 1941-го приграничная Молдавия, одной из первых союзных республик, приняла на себя военный удар Третьего рейха. Началась Великая Отечественная война. Вместе с немецкими войсками наступали их союзники – румыны. Фактическим руководителем Королевской Румынии являлся генерал Ион Антонеску, объявивший себя кондукатором по аналогии с немецким фюрером. По соглашению с Третьим Рейхом румынской администрации были переданы земли от Прута до Южного Буга, территории Советской Молдавии и Украины. В июле 1941 года военный губернатор Бессарабии Константин Вайкулеску приказал создать Кишиневское гетто. Оно располагалось в нижней части города, преимущественно заселенной евреями. Их забирали на работы, возвращались не все. Места массовых расстрелов обнаружены у Вестерничен и Гидигича. В ноябре оставшихся обитателей гетто отправили пешком в Транснистрию. Этот путь стал для них маршем смерти. В лагерях люди умирали от тифа, голода и холода. На территории, бывшей под румынским управлением, погибло 300 тысяч евреев и 12 тысяч ромов. Августа 1944 года началась Яско-Кишиневская операция. Перед Красной армией стояла задача предупредить отход нацистов к Факшанским воротам. Узкий горный перешеек мог обеспечить румынам и немцам долгую оборону Румынии, месторождение нефти которой давали Германии до 40% горючего. Яско-Кишиневская операция признана одной из самых крупных и успешных за все время Великой Отечественной войны. Было найдено замечательное решение. За 2-3 дня до наступления более 70% всей численности войск и техники советское командование собрало на двух плацдармах. Это северо-западний Яс и на Кицканском плацдарме южнее Бендер. Как там разместили на Кицканском плацдарме? Он небольшой, там 5 километров квадратных. Вот. Это загадка для меня до сих пор. Прорыв был проведен мастерски. Те, кто вспоминает о нем, авторы мемуаров, пишут, что артподготовка напоминала симфонию. Вот. Было отработано взаимодействие войск. Артиллерия, танки, пехота, авиация. Советские войска двух фронтов потеряли 12 800 человек. Это 1% численности войск, участвовавших в операции. Потери противника составили 500 тысяч.
В разгар наступления 23 августа 1944 года румынский король Михай I сместил маршала Иона Антонеску и начал переговоры с Советским Союзом. В отместку днем позже германская авиация подвергла бомбардировке Бухарест. Войну румыны завершили на стороне Красной Армии. Ущерб Молдавии за годы оккупации был оценен в 11 миллиардов рублей. Сотни тысяч убитых мирных жителей, 49 тысяч человек угнаны в трудовые лагеря, разрушены 1037 промышленных предприятий, 45% жилого фонда, 613 школ. В 1946 году измотанным войной жителям России, Украины и Молдавии пришлось столкнуться с новой бедой – голодом. Засуха и суровые зимы в 1944, 1945, 1946 годах привели к неурожаю. Вопреки здравому смыслу, руководство Молдавии в лице первого секретаря ЦК Николая Коваля и председателя Совета министров Герасима Рудя требовало выполнения плана по сдаче зерна. Крестьяне продавали последнее, чтобы выполнить разнарядку. Осенью 1946-го начался голод. Из письма жительницы села Калибаш Кагульского района, зима 1946 года. «Дорогой Ваня, знаешь ли ты, как я со своими детьми голодаю? Этого описать невозможно. Люди сейчас стали злые, тащат, воруют, и все только из-за голода. Я не знаю, что мне делать дальше с детьми». Голод унес жизни более 150 тысяч жителей республики. Были зарегистрированы случаи каннибализма. В Москву о катастрофе сообщили лишь в конце 1946 года. Экстренную помощь стали оказывать с февраля. Муку, крупы, сахар, консервы получал каждый второй житель Молдавии. Очередное испытание принес 1949 год. Началась вторая волна депортации. Из центра пришло распоряжение выслать коллаборационистов, представителей интеллигенции, духовенства, инакомыслящих и зажиточных крестьян. Первая волна депортации прошла в Молдавии в июне 1941 года. Тогда за одну ночь было выслано 24 360 человек. В 1949-м в ходе операции «Юг» в спецпоселения России и Казахстана депортировали 35 796 человек. Семья Стурза была депортирована дважды – в 1941 и 1949 годах. Это были известные в Лепушне люди. Дед Валентины Стурзы при царе был главой уезда, отец при румынах – примаром коммуны Чучулень, депутатом парламента. В 1944-м, после освобождения Молдавии, семья решила вернуться из мест переселения домой. Стоя на коленях, целовали землю предков. 4 года спустя всех вновь арестовали, якобы за побег из мест ссылки. Стоял плач. Мой муж обнимал меня. Они вырывали меня из его рук. Меня вытолкнули из комнаты. Во дворе уже ждала телега. Милиционер и человек из сельсовета взяли меня вдвоем и бросили, как мешок с пшеницей. Муж схватился за край телеги. Они сказали «Вперед!». Его крик до сих пор стоит у меня в ушах. «Куда вы берете мою Валю? Возьмите и меня!». Закончился учебный год, и приехали туда вслед за мной мой муж и муж моей двоюродной сестры, которая была беременна, и у нее уже был маленький ребенок. Приехали за нами и там вместе жили. Вернуться домой переселенцам позволили в середине 50-х. Однако процесс растянулся на долгие годы. Началась выборочная реабилитация, которая полностью завершилась 30 лет спустя.
Где-то на полустанках огромного пространства Советского Союза встречались такие составы. В одних в вагонах для скота на восток везли депортированных. Навстречу им с востока на запад мчались поезда со специалистами, отправленными поднимать послевоенную советскую Молдавию. В государственной системе люди были крохотными винтиками, у каждого из которых было свое предназначение, своя судьба, свой путь. Сразу же после завершения боевых действий на территории республики в 1944 году было начато восстановление. В сложных для страны 1944-45 годах Молдавия получила из союзного центра дотации в размере 448 миллионов рублей, что составило 40% республиканского бюджета. Формула кадрели хотеresc totul. Într-adevăr, era o формула, care era transpusă în viață imediat, nu era o vorbă. Формула «кадры решают все» на самом деле стала формулой, моментально внедренной в жизнь. Это не были пустые разговоры. Большинство кадров были привезены с востока Советского Союза. У них был соответствующий опыт. Но и для этих кадров это был новый проект. Он назывался «Установлением советской власти или советского режима». Системы в регионе, некогда бывшем под оккупацией. Это был полигон применения опыта установления нового режима, чтобы потом приобретенный на этом полигоне опыт был использован для установления советского режима в восточноевропейских странах, которые затем вошли в социалистический лагерь. После освобождения вновь открыли свои двери, основанные до войны вузы. Появились новые. В 1945-м в Кишинев в полном составе прибыл второй Ленинградский медицинский институт. Его преподаватели и даже студенты. Они создали молдавское здравоохранение. К окончанию первой пятилетки в республике действовало 6 высших учебных заведений. Был создан филиал Академии наук СССР. Из Эрмитажа и Третьяковской галереи Кишиневскому музею изобразительных искусств были переданы шедевры, ставшие основой будущей коллекции. Лучших выпускников школ и самых перспективных студентов отправляли учиться в ведущие вузы СССР. Так появились театр «Лучафорул» и балетная труппа театра оперы и балета. Залы всегда были переполнены и в городах, и в селах. Порой актерам приходилось выступать прямо в поле. Когда мы играли в селах, иногда приходило по 2-3 села туда, где мы играли. Начинался дождь. Я до сих пор помню, когда зритель сидит с детьми на руках, льет дождь. Мы были на сцене с Домникой Дориенко. Сцена была на машине. Я в опинчах играл и не мог дойти, потому что сцена была немного наклонена. Невозможно было говорить, потому что рот моментально наполнялся водой. И вроде бы нужно было остановиться. Но как ты остановишься, если зритель сидит и ждет? Живописные пейзажи республики стали съемочной площадкой для сотен кинокартин. На киностудии «Молдова-фильм» снимались популярные актеры Советского Союза. Молдавские кинематографисты работали на Мосфильме. Мировую славу завоевали ленты культового режиссера Эмиля Латяну. «Табор ходит небо» — это большая золотая раковина на фестивале в Сан-Себастьяне. Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» был представлен в Каннах на фестивале, и он был в конкурсе. Анна Павлова. Был сделан 5-серийный телевизионный фильм и полный метр, который тоже был продан в очень многие страны.
Если я вам скажу, что «Табор» купила 122 страны, и я с этим фильмом была на всех континентах земного шара. Страна стала одной большой строительной площадкой. За 20 лет с 1960 по 1980 жители городов и сел Советской Молдавии бесплатно получили 874 тысячи квартир. Села не отставали в развитии от городов. В 1961 году во главе республики впервые встал этнический молдаванин Иван Иванович Бодюл. Он возглавлял республику в течение двух десятков лет. На 60-е и 70-е годы пришелся расцвет Советской Молдавии. Везде, где он не бывал, вот за границей, или где он привозил технологии, привозил, то есть он интересовался всем новым и старался это внедрить. И он, будучи в Москве, очень часто тоже пытался доказать руководителям, что это нужно для Молдавии, потому что очень важно было, надо было выбивать все для... То есть наверняка каждая республика хотела что-то себе. Папа был рационализатором и, конечно, двигателем. Он был человек, он шел впереди. Это правда. В мелиорацию Молдавии вложили более 1 миллиарда рублей. Здесь впервые в Советском Союзе применили капельное орошение. В Италии позаимствовали идею пальметных садов. В них урожай с 1 гектара достигал 350 центнеров вместо обычных нескольких десятков. За рубежом закупили комбайны по уборке томатов и винограда. Высвободились рабочие руки и появилась необходимость создать новые рабочие места. В самой густонаселенной республике СССР началось создание крупных промышленных предприятий. У нас был организован политехнический институт. Сюда потянулись молодежь из села. Ребята получали высшее образование, становились инженерами, механиками, специалистами по электронике. Их надо было занимать, иначе бы они уехали бы. А куда бы? Они уехали из Молдавии, из такого благодатного края. Молдавия была заинтересована именно в такой продукции, которая трудоемка, но мало металлоемка, мало водоемка, мало энергоемка. Трудоемка, но мало... Почему? Потому что у Молдавии очень тяжелый баланс воды. Второе. В Молдавии очень сложный... экология, и в Молдавии не хватало электроэнергии. Хотя построили, но все равно. Поэтому нам было выгодно, чем выпускать огромный автомобиль или трактор, хотя бы трактора тоже выпускали, выпустить прибор, который вмещался в чемоданчик, по стоимости дороже, чем трактор. К 80-м годам доля промышленности в экономике Молдавии достигла 70%. Многие предприятия работали на военную промышленность. Их сотрудники не всегда знали, что производят. Так одна половина завода «Альфа» выпускала телевизоры, а вторая – платы для космических кораблей. Подходил к концу так называемый период застоя. Тогда он казался скучным и предсказуемым. Теперь оценивается как стабильный. В 1985 году Коммунистическую партию Советского Союза возглавил Михаил Горбачев. Он первым произнес знаковые слова «перестройка» и «гласность». Кто знал, что развалится СССР? Буш старший не знал. Мы тоже не ожидали. Мы добились своими силами? Нет. Независимость подарил нам Горбачев. Для нас, литераторов, Горбачев хорош. А для его страны, кто он, пусть русские судят. Лялечка, кунзый, да пин в цара, у нас он же еще хорош. Он пришел нам дать волю.
Он пришел нам дать волю и дал ее. Исчезла цензура. Новое время выявило новых лидеров. В Молдавии это были демократическое движение в поддержку перестройки, ставшее затем Народным фронтом, и интернациональное движение «Единство». Народный фронт требовал возрождения молдавского языка, придания ему статуса государственного, перехода на латинскую графику. Позже к числу требований прибавилось объединение с Румынией. Интердвижение отстаивало два государственных языка – молдавский и русский – и защищало права русскоязычного населения. 27 августа 1989 года изо всех районов страны более 750 тысяч человек по собственной воле собрались на центральной площади Кишинева. Здесь состоялось первое великое национальное собрание. Требовали создать национальную армию, принять закон о новом флаге и определить статус языка. Лингва молдавинская ва функционати база графії латині. 31 августа 1989 года депутаты Верховного Совета МССР проголосовали за закон о функционировании языков. Молдавскому придали статус государственного, а русскому – языка межнационального общения. Весной 1990 года в республике прошли первые свободные выборы в Верховный Совет. В него вошли 380 депутатов. Росли противоречия между сторонниками Народного фронта и интердвижения. В знак протеста 100 народных избранников от Гагаузии, Приднестровья и интердвижения отказались посещать заседания. Свое несогласие с решениями и действиями Кишинева высказывали регионы республики. 19 августа 1990 года Комрат объявил о создании Гагаузской республики. Возникла взрывоопасная ситуация. Тогда удалось остановить вооруженный поход на юг и решить вопрос мирным путем. В декабре 1994 года парламент принял закон об особом правовом статусе автономного территориального образования Гагауз-Яри в составе Республики Молдова. В Тирасполе события приняли иной поворот. 2 сентября 1990 года Приднестровье объявило о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики в составе СССР. Политическое и экономическое противостояние с Кишиневым спровоцировало в 1992-м вооруженный конфликт. За несколько месяцев число погибших и раненых с обеих сторон превысило 1000 человек. Конфликт считается замороженным. Отношения между Кишиневым и Тирасполем остаются на уровне переговорного процесса. В августе 1991-го, после провала путча, организованного сторонниками сохранения СССР, прошел парад суверенитетов союзных республик. Декларация де индепенденция о Республике Молдов. Индепенденция! Индепенденция! 27 августа 1991 года на Третьем Великом Национальном Собрании была зачитана Декларация независимости Республики Молдова, за которую затем единогласно проголосовали депутаты молдавского парламента. Мои родители и родственники участвовали в Великом национальном собрании. Это была эйфория, искренний порыв. Они были уверены, что вот теперь судьба их страны точно в руках народа Молдовы, а значит, в их руках. Я горжусь тем, что в свое время мои родные, родители и близкие приняли участие в формировании независимой Молдовы. Это было поколение борцов и мечтателей. Не все их планы реализовались, но главная цель была достигнута. Страна обрела независимость. В 1991 году начался новый этап в истории Республики Молдовы, современной истории. Я, как президент, сделаю все, чтобы сохранить наше государство, Республику Молдову. Наша задача — не предать память наших предков, не предать родителей, сохранить возможность быть хозяевами в своем доме, на своей земле.
Республика Молдова и ее народ вновь обрели независимость. Мы всегда будем помнить об исторической преемственности и многовековой истории нашей Родины. Будем хранить наши традиции и язык. Нам есть чем гордиться. Республика Молдова была, есть и будет независимым государством.